Капли поя, Саски. Смешные ржачные видео из 2013 года по центру. Поехали. Подожди, получается, вот этому мальчику сейчас... Ну, типа, он точно не в школе. Что за хуйня там происходит, блядь? Что происходит? Что происходит? Сегодня мы будем снимать, как защищает ваш любимый смартфон защитные пленки, которые призваны защитить ваш любимый гаджет от механических повреждений. Мы уже наклеили пленочку на iPhone. Видите, айфончик работает, все с ним в порядке. Эта пленочка просто защищает саму защитную пленку от царапин. Как ни странно, это может показаться. Но здесь я покажу, как выглядит сама защитная пленка. Я думаю, видно, да? Вот она. Я не буду ее целиком отклеивать. Чтобы не видно. Видно, что она налеплена. Ага. На сайте производителей пленок вы можете посмотреть ролики, как они выдерживают прямые удары молотков, зубил, вообще различных тяжелых предметов. Я почти уверен, что и сейчас пленка защитит наш гаджет от механических повреждений. Давайте я попробую начать. Видите? Пленка работает. Нихуя себе. Даже если я ударю чуть-чуть поближе к краю, она спасет ваш айфон. А где мем? Если посильнее. Звук выключился. Там что-то... Видите? Я уверен, что если бы пленки здесь не было, телефон бы уже давным-давно разбился. Но, как мы видим, с пленкой все абсолютно в полном порядке. Повреждение почти незаметно. Я понял. Более того, мне кажется... Да я понял. Что я могу попробовать перевернуть аппарат, и пленка даже защитит его с другой стороны. Давайте попробуем. Видите, как оно да работает? Да я понял, ну... По-моему, это просто замечательное защитное средство. А вы знаете, что у Закхуэля случилось? У него вот, ну, примерно то же самое случилось сзади. И я смотрю, что-то с ним здороваюсь, и смотрю, у него вот так вот руки полностью изрезаны, пальцы изрезаны, вот так руки. Я говорю, Захуэль, ты чё? Чё с тобой случилось? Он говорит, просто этот порезался об телефон. Плохие новости Баранову. А ну-ка. У меня для Кирилла Баранова есть плохие новости. Вот сука. Вот сука. Кирюх, отдыхай. Блять, и нечем возразить, если честно даже. Блять. Ты опоздал. Вот сука. Сори. Блять. Не, гайс. Ладно, супер последняя. И еще. Блять. И не возразишь тут даже. Который каждый пользователь обязан иметь для защиты своего аппарата. Смотрите. Внутренности аппарата почти не повреждены, несмотря на то, что я довольно сильно его бью. Да я понял, блядь! Ёбаные мемы из 2013-го, нахуй! Даже сейчас он все еще... Неужели в 2013-м люди... Ну вот в этом моменте уже можно смеяться было. Люди еще целую минуту смеялись после этого. Как они выжили, нахуй? Как мы существуем? Продолжает подавать признаки жизни. Кнопка пуск вышла. Я почти вижу, как там... показывают. Ёбаные мемы из 2013-го, блядь. Потому что аккумулятор все-таки не защитится никакой пленкой. А все электронные остались целы до сих пор. Да я понял уже! Да ёбаный сыр! Сколько он его будет долбить? Так, мем. Пленками китайских производителей все будет хорошо. Так, спасибо. Там пёрнули в трубку. Ну ладно, мне она звонила, и чё? Чё за хуйня, нахуй? Чё за полная хуйня?
Bluebird. Did you stop by for my Selena Gomez tap water? It's the finest water in all the land. I'm giving it away to help kids. Have some. It's delicious. Selena tap. Это мем? Good, huh? But you can feed it. Мне показали рекламу, и это мем? Imaginary cartoon birds with it. 10 миллионов! Я только сейчас увидел у этого 10 миллионов просмотров, блядь! Блядь, может быть со мной что-то не так? Подождите. Самое залайканное это про эту пленку, блядь. Здорово, как дела? Здорово. Нормально, да, Саня? Дверь, а, пацан, слышишь? А, чё? Ты можешь дверь открыть у подъезда, ёбаный? Сейчас, да. О, а я думал, у тебя ключи есть, пацан. Пацан. О, нихуя. О, нихуя. 10 миллионов просмотров. О, спасибо, пацан. Да, конечно. Я решил стать художником. Не, блядь, может я что-то не понял нахуй, но я вроде все понял. Где мем? Я решил стать художником. Так, ну хотя бы котики. Котики всегда смешные. Но не может же быть такого, чтобы они в 2013-м не были смешные. Сейчас что-то произойдет. А! Что это? Охуенно. Я напоминаю, видео называется «Смешные и ржачные видео». Такое, иди сюда. Иди, иди сюда. Иди сюда. Ну, насрала собака. Вот это собака. Вот кто сделал? Насрала. Кто, блядь, вот это сделал? Что она сделала? Что сделала собака? Кто сделал, спрашиваю? Что сделал? Чего ты умираешь сразу? Кто вот это сделал? Кто уронил кролика? Кролика уронил. Воду. А? Ай-яй-яй-яй-яй. Смешно. Бессовестный. Оцениваю как смешно. Это татуировка? Ай-яй-яй-яй-яй. Качество плохое, может, там татуировка у собаки. Все, не хочу тебя видеть. Иди на место. Все. Быстро. Да нормально отделалась псина. Быстро на место. Наверное, эта собака уже сдохла, кстати. Я кому сказала? Ну-ка. Ах ты. Пожалуйста, можно закончить это нахуй. Быстро на место. А что такое? Что такое? А ну-ка. Быстро. Я понял уже, я понял. На место. Быстро. Я понял. Ах ты, обезьяна. Осуждаю. Это быстро на... Нельзя сравнивать с животными, а я осуждаю. Но она в 2013-м не знала эти правила. Это весь мем. Давайте посмотрим еще рекламу. Обосрался. А, это мем. Я понял. Я понял. Я понял, смешно.
Блять, они просто заставляют смеяться измором. Типа, это видео не закончится, пока ты не улыбнешься, сука. Да я уже посмеялся, ёбаный сыр. Давай подкинь смешнее будет, видимо. Сейчас будет смешнее. Не, ладно, смешно. Что за хуйня? Я понял, блядь. Ну там, чтобы вам непонятно, там еще 2 секунды на паузе просто видео было. На, Бобси, крыска моя. Держи. Спасибо. Я сейчас не буду да, я не буду сейчас кушать, потому что, ну, я боюсь вдохнуться от смеха. Сейчас. Amore, mi manchi tanto. Mi manca il tuo sorriso. Ma soprattutto mi manca il tuo respiro sulla pelle. Не, ну это хотя бы чуть-чуть смешно. О, Букины, нихуя! Так, блондинка заходит в библиотеку. Все. Привет, я спою вам песенку «Ранеток», а тебе называется? Ладно, это самый смешной кусок видео. Вот это самый охуенный. Хороший кусочек. Дорогие зрители на Ютубе, те, кто еще не разошелся, блядь. Вот было сколько зрителей, вот я вот это видео смотрел. 500 зрителей прибавил.